Эй! Эй! Да, угадаю. Лестер. Ты... кто такой? А ты подумай. Ого! Какого черта ты здесь забыл? Ну, мой информатор... Он сказал, что скоро все начнется. И я решил убедиться, что все идет как надо. А, ты у нас крутой эксперт. Первое правило. Заказного убийства. Если нанимаешь киллера для своей жены, не стоит ошиваться поблизости в час X. Это называется алиби. Я знаю, что такое алиби. Видел в одном сериале. Отлично. Слушай, ты за это дерьмо душу продал. Это не дерьмо. Это моя жизнь. Которую она спустила в унитаз. Лес, я тебе кое-что скажу, только ты не обижайся. Ты неудачник. Твоя дамочка — изысканный деликатес, а ты — дешевый фастфуд. Нельзя обвинять ее в измене. Особенно после того, как ты первый сходил налево. Нет. О, нет. Я не... Откуда ты знаешь? Да у тебя на морде написано, что ты спишь с секретаршей. О, нет. Если ты мужик, это не считается. Да что ты? Да. Научно доказано. Мужчины не созданы для моногамии. Это же эволюция. Мы созданы для того, чтобы распространять свое семя. Как я и говорил, неудачник с большой буквы. Полный отстой. Ах ты! Мерзкий демон! Ты на меня работаешь! Коти и сделай свою работу, урод! А ты будешь подсматривать, да? Любишь подсматривать, Лестер? Вот как. Тогда смотри.